Как всеми покинута Фатеева доживает последние дни? Ужаснетесь. Многие советские актеры, которых любили и уважали, когда те были популярными, сейчас забыты и часто доживают свои последние дни в нищете. Такая судьба постигла известную актрису Наталью Фатееву. Фатеева известна по фильмам «3+2», «Джентльмены удачи», «Москва Кассиопея» и другие. Всего на ее счету несколько десятков картин. Но самая первая ее роль была в мелодраме «Есть такой парень». Наталья Николаевна всегда была востребованной актрисой. За свое творчество она не раз получала заслуженные награды. В 1999 году ее наградили орденом почета, а в 2014 Фатеева стала обладательницей Ники за лучшую женскую роль второго плана в картине «Летящие по ветру листья». Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Наталья Фатеева на старость лет стала никому не нужна. Сейчас 82-летняя актриса с трудом передвигается, и о ней заботится лишь ее друг, продюсер Барри Алибасов. Он оплачивает ее лечение и предоставляет по необходимости свою машину. Несколько лет назад Наталья Фатеева неудачно упала и повредила тазобедренный сустав. После неудачного протезирования у нее произошло нагноение и отторжение протеза. После нескольких операций актриса могла двигаться только на костылях и при помощи специальных ходунков.